За моей спиной находится Кутузовский проспект, то самое место, на котором происходит большое количество ДТП. Этот проспект забрал большое количество жизней многих хороших людей, в том числе и Саида, и Заура. Лично для меня эти два парня были друзьями. И хотелось бы посвятить это видео им, чтобы на канале осталась память о них. Сейчас я поеду на работу. Так, это же М5. Сейчас мы на нее поближе взглянем. М5. Посмотри на моей, на чуть-чуть, вот это другая суета какая-то. Да, да. Ты видел, другая. А? У меня же коробка другая. А, у тебя, а что это отличие? Коробка, да, у тебя. Ошалеть, на эти кулера, блин, натуре они огромные. Ты у Заура же знаешь, ты из Лима? Ну вот, который делает тоже чип просто. Он мне говорит, вот эти поставить, кулера темки. Поставить поршня, короче, от М-ки. Короче, две-три детали он мне сказал, которые поменять надо. И двигатель будет такого М-ки, короче, полностью. Салам алейкум, народ. Вот она машина. Мы ее купили. Наконец-то сейчас будем мы снимать и рассказывать про нее. Сейчас начинается наш очередной влог с маской из Лимы. За день до выезда на Анрим мы будем завтра погружать машину в автовоз и отправлять ее в Москву. Начало поездки на Анрим. Мы едем на 335-й, выдвигаемся в аэропорт. В этом блоге, как и в прошлом году, в поездке Анрим будет видно лицо Заура Ибрагимова. Чё ты делаешь, вот ты скажешь, да? Чё ты делаешь, Эй? Правильно, метанол, забрали 109-й бензин. Ты готов? Я всегда готов. Сколько? Сколько там, покажи? 5,3, да! Да, брат! 5,3 она поехала! Все, это самое быстрое М5. Завершился первый день квалификации. Я недоволен, маме недоволен. Едем нормально, только 100-200. Все. Все остальное. Бери вещи, идем. Я не... Историю выкладывает. Друзья мои, наступает лето, и я хочу поднять актуальный для этого времени животрепещущий вопрос. Вопрос тонировки. Мой автомобиль обнаружили припаркованным на подложных номерах, после чего я был немедленно доставлен в местный райотдел, дабы я вкусил всю пагубность моего поступка. Дамы и господа, это бизнес-влог Саида Губденского. Как бы это странно не звучало. Он выступает в гости, машин громко, и еще очень-очень совет. Вот так люди живут здесь. Спокойно, никаких проблем с цивилизацией связанных, кроме вот этого телевизора. Но этот телевизор тоже можно подключить Apple TV и включить влог Саида Губденского. Мать, да, телевизор, да, не нравится людей. Чем пульте? Да вот она, бомба, брат, попробуй, да, я тебя прошу. Какая она вкусная. Мы ищем идеальный рецепт, поэтому мы должны попробовать много вариантов. Очень вкусно, невероятно вкусно. Особенность вот этого губденского чуда мясного в том, что его оставить можно в холодильнике вечером, когда она остынет, и утром с чаем сладким, как оно залетает просто на завтрак, я не знаю, чем может быть лучше. А? На русском языке не разговариваешь? Ну, не привыкла же, постоянно таргинский мессенджер войдут. Ага. И кто-нибудь, кто хорошо умеет готовить, чтобы контроль качества сделал. Так сидел, смотрел, пробовал. И доставкой вот так думал заниматься. Что-то не было. Арцварис, варабар.
Мойка. Мойка не камуса больше я рад. Я здесь первый раз в жизни вижу вот такой вот красивый закат. На этом мы завершим наш влог сегодняшний. Я заправился на одной из заправок нашего города с бензином октаном 100. Написано, по крайней мере, 100. На большой скорости у меня выходит чек. Новые свечи, новые катушки. Почему? Почему так происходит? Я поехал на эту заправку, взял вот эту вот баклажку бензина. Он прозрачный, во-первых, что нам хер с ним. Но он пахнет спиртом. Я что, спирт в машину заливаю? Надел полуслики, называется. Итак, дорогие друзья, я нахожусь в Дубае. Это мой первый влог в Дубае. Я здесь второй раз в жизни, я здесь был проездом лет 7 назад. Я просто сейчас чувствую себя как у себя на хате. Мне как в М5 больше не комфортно нигде вообще. Так, это известный блогер, у которого больше 8 миллионов подписчиков в Инстаграм. Его зовут Хиза, он родом из Дагестана. И он приехал на этом шикарном автомобиле. Это Rolls-Royce. Всех приветствую, друзья. Сегодня у меня Porsche Panamera GTS. Новенький, пробегом 3000 километров. Абсолютно новый, даже не поставили на учет. Что за Panamera, интересно? Посмотрим, кто здесь. Что он делает? Это что за там пейнтиллер за рулем? У нас сейчас цель показать Саиду, что такое Panamera на стейдже. Всем салам алейкум, мои родные, дорогие подписчики, Москва, вот она вся красота. Я решил просто пойти ва-банк, скажем так, просто один раз живем, давай делать, просто давай делать. Мне нужно зарабатывать деньги, мне нужно, до сих пор я еще за свой М4 даже не расплатился, я вам скажу откровенно. Вот проект мы начали, это мечта, о которой я мечтал уже год, два, полтора точно я об этом думал постоянно, я предлагал вам своим друзьям. Хотел это делать в Дагестане, но понимаю, что Дагестан это реально такая вот защита за оскорбление, но это яма. Я люблю свою родину, люблю людей, люблю своих близких, люблю культуру, люблю то, что там есть мусульмане и все остальное. Но для того, чтобы делать такой бизнес, это место вообще не подходит. Поэтому Дагестан я не рассматриваю, я рассматриваю Москву, я ее очень боялся. В итоге я переехал, сначала было очень тяжело, как мойка, какие-то там товары, какое-то что-то, пытался даже на работу где-то устроиться, но это все очень сложно, тяжело. Взял своего хорошего знакомого к тому времени, Натан, это парень еврей, дагестанского происхождения. Он хорошо знает моего близкого друга Заура, который является основателем бренда ZR Performance, техническим специалистом, который делает лучше всех тачки. Реально, Заур делает машины лучше всех в России, лучше него не делает никто абсолютно. Но он не такой амбициозный, как я. Заур, не обижайся, брат. Он не такой амбициозный, как я. Он любит более планомерную, стабильную, безопасную жизнь. А я авантюрист. Я иду на пролом всегда. И я говорю, давай сделаем, будем ломать, рушить, будем забираться на горы и так далее. Если вы хотите меня остановить, придется меня убить. А смерти я не боюсь, потому что смерть меня сделает только ближе к моей основной цели. Поэтому я только за справедливость, дорогие друзья, мои родные подписчики. Мечта. Просто мечта многих-многих миллионов людей. Моя тоже когда-то. Вот турбины живые. Это будет самый крутой тюнинг-отель в Москве. Года 4 назад, когда бомбил еще Давидыч, я смотрел его обзоры,
И он снимал одну тачку, в которую я влюбился. Реально, он ее очень тогда сильно похвалил. Она мне нравилась. И вот прошло 4 года, и та моя мечта реализовалась. Вот она. Впереди 20-й год, год, на который большие планы. И для дальнейшего развития своей блогерской карьеры я покупаю себе М4, чтобы устанавливать на ней рекорды мирового масштаба. Понимаете, новая М5 F90 CS и М4 Competition. Сейчас я покажу. Я буду первым в России, кто эту машину показал. Как тебе в ковше сидится? Ну, было очень жестко, но мне такая тема нравится. Ой, хороша. Новая М4. Как будто там меня делают. О, выехал новая М4. И наше ателье немножко преобразило. Уже небольшой порядок. Появился бар, мы его наконец-то построили, кофе-мофе, мы сейчас снимаем, когда мало сотрудников. Наша немножечко пришла в порядок. Здесь у нас Артем. И вот наш детейлинг, который работает уже полноценно. Наши пацаны тоже здесь все работают. Всех приветствую, дорогие подписчики. Салам алейкум, моя М4, Хасанатор. Вон тут крайний. Объезжаешь его боком, объезжаешь те оба, объезжаешь эти оба. Помой лицо. Дать воды? Да не, нормально. Я уже проживал его. М5 CS Давидыча. Даже? Да, я даже с красными бусами. Сиплю и в красных бусах обгоняю. Миша Литвин на стоковом. Ешка 63 АМГ. М5 F90. Stage 2 Рамон. Че, сколько едет Stage 2? 6,7. 6,7? Да, он не едет. А? Не едет? Stage 2 GT не едет сейчас? Для турбин? Давай, что прыгали? Давай, иди сюда, малышка! 38 градусов на улице. И я уже вижу белый гелик. Че, как долетел? Нормально, брат, четко, блин. Такая жара здесь невыносимая. Выходишь сразу... Хорошо-то как. Еще один 720-й. И мой патрол. Тормози здесь, фотосессию сделаем пока. Воткну я ее здесь, пацаны. Всегда попадаю. Просто максимальный сервис, максимальный уровень. Друзья, я просто вам передам немножко атмосферы дубайской красивой жизни. Вот же она. Ашали. Какой Дубай красивый сверху, а? Ты объясни этому молодому, что КС едет 2,9. Ой, ты 5, детка, иди сюда просто, малышка. Итак, друзья, всех приветствую. Мы снова у стен нашего тюнинг-ателье ZR Performance. Сашка тоже скоро будет стейдж. 4 вообще. Здесь у нас тоже тачки. Это наш друг Сава взял себе Урус. Феррари F8 Трибута. Феррари знаменитого человека. Здорово, Саид. Все хорошо? Отлично. Она стоишь два? Ну давай заедем все равно. Ты один в машине? Давай оператора посадим к тебе. А! Нельзя, нельзя. Сиди. Все уже знаете эту историю с Хасанатором, который попал в беду. Две М4. Машина, которая с первой же секунды мне понравилась. Дорогу держит. Как она себя ведет. Как она набирает. Это сток. Это сток, блин. М4 Competition. Ну чё, давай, let's go, let's move it. Начинаем движение. Так, еду на эксклюзивчике, полноприводной М4 на ковшах. И буду сейчас понимать, моё это или не моё.
Вот так-то я понимаю, что мое. Дамы и господа, я в Балт Автотрейд с котлеткой сразу приехал. Приехал я за ней. Можно мне ключик, пожалуйста, Лен? Пожалуйста. В целом, этот человек, он не был плохим каким-то негативным персонажем, который делал какие-то плохие вещи. Некоторые вещи, конечно, я его не поддерживал, но в целом нету идеальных людей, и показывал хороший пример того, как может человек из ничего подняться. Между нами был такой человек, как Заур. Это наш общий друг, который вместе с ним попал в аварию. Мы с ним ездили в различные города. Все ролики, которые вы видите в маске шоу на нашем канале, это как раз таки Заур Ибрагимов, который как раз таки занимался чип-тюнингом за Air Performance. Заур был такой человек, он был очень скромен, он не хотел вообще светиться на камеру и так далее. Когда я только начинал вообще снимать, я предложил ему, говорю: Заур, давай, говорю, вместе начнем снимать в Ютубе. Мы как раз тогда сняли первый ролик с ним, я тогда даже особо не знал Заура, мне просто рассказывал про него один мой друг, говорил: талантливый очень парень, хорошо чувствует машину и так далее. Я так, ну, я даже не понимал тогда, ну, что так можно водить. Он водил очень круто машину. Это единственный человек, с которым я мог ездить 300 плюс и не бояться. Вот, соответственно, после того, как мы сняли ролик с М5, это был первый ролик, который я снял за Уром и познакомился с ним. Это ООО-677, белая М5. Yeah.
я ему предложил, давай вместе снимать начнем, соответственно, на Ютубе. Он был очень скромен, он советовался с друзьями, они все говорили, не нужно, это блогерская тема, несерьезная, дагестанцам это не свойственно. И он, короче говоря, отказался. У него тогда еще был жив отец, вот. Но спустя несколько лет у него скончался отец, и у него как-то мировоззрение поменялось. Я ему вновь сказал, давай снимать. И он сказал, давай. И просто в этот момент у меня такой наплыв был, вдохновение, потому что я знал, что наша съемка совместно с тем, что вытворяет Заур за рулем, это будет что-то нереальное. Ни один блогер не мог делать то, что мы делали, потому что не было ни у кого такого опыта. Заур был такой человек, который мог сесть за любую машину и ездить на ней лучше, чем владелец, который там, допустим, 5 лет на ней уже ездил. Вот такой человек был. И с ним мы ездили в разные города постоянно, знаете, он меня чему-то учил, разным там лайфхакам автомобильным, у него был колоссальный опыт вождения, я был очень уверен в этом человеке, в том, что он с ним я могу, блин, просто на любой скорости, как по кайфу ехать и не бояться, вот, и, соответственно, мы снимали выпуски на Ютубе, вы видели, какие они были самобытные, они были не похожими на всех. Thank you.
И кажется, что ну, это не может произойти с твоими знакомыми, с тобой, с друзьями, родственниками. Но на самом деле вот за моей спиной сейчас каждую секунду на Кутузовском проспекте едет машина, и никто ни от чего из них не застрахован. В любую секунду сейчас может повториться то же самое, что, то, что случилось с ними. Касаемо случая вообще, на все воля Всевышнего по-любому. И единственное, конечно, что я вижу в этой ситуации, что можно было бы сделать нам, в конечном счете мы все равно все встретимся там, где сейчас наши братья. Но нам что следует делать? Нам следует как минимум пристегивать ремни безопасности, стараться максимально обезопасить свое агрессивное вождение. Если вы хотите где-то что-то исполнить, делайте это там, где вы не подвергаете риска никого, где вы можете разбить машину, но никого с собой не заберете. Просто делайте это максимально аккуратно. Вот. И еще хотел бы выразить благодарность большую ZR Performance, кто сейчас занимается этой компанией, потому что на них выпала на самом деле тяжелая ноша, и они справляются, они не отпустили руки, они работают, и они реально молодцы. И все, кто желает их поддержать, просто подпишитесь, я оставлю ссылки все под видео. Подпишитесь на ребят, напишите какой-то комментарий позитивный, просто поддержите ребят, потому что что стоит, что за ур, они посвящали этому большое количество времени, это было их день. Детище, которое они развивали, и я думаю, оно должно жить в память о них как минимум. Как-то так, друзья. Всем салам алейкум.